Вот начало дороги в лесу. Давно мне такую парадную дорогу не расстилали. Сегодня иду на разведку грибов. Кто сказал, что только съедобные грибы надо снимать? И так, и сяк, и крупно, и мелко. А чем это не красота осени? Вот и начало ролика, как я его еще дома назвал, на старт. То есть вот первая зимняя опята. Ну, где зимние, там, наверное, пойдут и другие. Ну, короче, каждый грибник должен на разведку сходить до появления грибов в продаже. А может, и первое появление в продаже, тогда и он рванет в лес. Я предпочитаю разведку. Разведка боем. Кажется, и знаю я название этого гриба. Ну, вот сомневаюсь. Потому, кто знает, пусть себе вслух это произнесет название. Ну и мне, если подскажет, ничего возражать не буду. Только спасибо скажу.